такая малышечка уже без антуража. Так, уже сняли всю красоту, сняли платье, сняли короны. И вот такие мы маленькие, нежные, будем возле мамы. Какая лапулечка. Она просто волшебная, божественная девочка. Настолько прекрасна. Прям передать не могу словами. У нее просто прекрасный ум. Она настолько девочка сообразительная. Так бывает достаточно редко. Такая сладенькая, сладенькая, и нежная, и ласковая, и заботливая. И такая зайшка, зайшка, зайшка. Ждет самую-самую лучшую маму, которая тоже будет так с ней сидеть, ее обнимать, брать ее везде с собой. Ну, просто Манюсечка. Все, только стоит ее погладить, она уже просто растаяла. Такая зайка. Манюсечка. Манюсечка. Прекрасная девчонка. Красивая-красивая. Она на самом деле еще красивее, чем вот на видео, на фото. Просто вот прям милашечка. Да, ты прям милашечка-милашечка. Вот так, чуть-чуть поближе. Такой ребеночек. Золотая детеночка. Мамочка, где ты? Отзовись. Такое чудо ждет тебя. Кого девчонка заинтересовала, мамочки, пишите. Вайбер, ватсап, телеграм, телефончик под видео. Можно позвонить, мы с вами обсудим. Куда отправлять вам ваше счастье, ваше маленькое чудо, которое принесет много-много радости и счастья. Вашу доченьку. Такую сладкую, сладкую девочку. И такую золотую девчонку. Ох. Кто там кавкает? Вот так. Малышка, малышка. Божественная девочка.